с носками. Вот, да. Можно дальше вещать. Продолжается. Доброго времени суток, дорогие зрители канала. Вот, ты там пишешь? Да, пишу, видео. Смотрите, носочек имеет некоторые, так сказать, дефлорированные отверстия. Он уже лишён невинности, но зато он чистенький. Вот, я мог бы надеть целые, но они грязненькие. И грязненькие у меня в стиральной машинке. Моются, стираются. Вы же не моетесь каждый день, носки моются. Вот, поэтому ради бога. Дал возможность. Кто-то от тебя что-то как бы претензии предъявляет. Приятно надеть чистые носки, вот. А то, что они с дырками, ну извиняйте, ребята, вот там за кадром пошла девушка, у нее на штанах много-много дырок. И ничего, ей не стыдно. А с какого фига мне должно быть стыдно? Так никому тебе, кто тебя стыдит? Девушка гордится дырками на джинсах, я горжусь дырками на носках. О, у тебя с двух сторон уже дырки. Все хорошо, с носками все в порядке. Симметричненько. Симметричненько. У-у-у. Молодец. А что получилось, шорты? Нет? Да, маленькие. Какая прелесть. Ох. Я создаю